Разделка налима готова. Вот видите филе, какое у нас замечательное получилось. Печеночка. Сейчас я это все обжарю и подготовлю под исключительное блюдо, которое называется рыба по-гречески. Будет готовить мой любимый супруг. А там начинаю священно действовать. Сковородка раскалена. Жарю все дело в манке, ну тут на большого любителя. В общем, начинаю с печеночки, с таких вот вкуснятин. Предварительная обжарка, ну и потом вот кусочки. Так, подготовили зажарочку. Морковку с луком обжарили. Вот, сейчас налимчик обжаривается со всех сторон. И через какой-то промежуток времени будем все это смешивать. Ну что, считаем, что кусочки уже обжарились. Подготовленная у нас заправочка, морковочка с луком. Сейчас мы все равномерно между кусочками положим. И под крышечкой потом накроем додушиться. Ой, как уже вкусно пахнет. Так, на медленный огонек. На медленный огонек. Это мы все сейчас поставим. Так, сейчас взяли немножко пару ложек сметаны и туда чесночок. Чесночок туда втираем, втираем, втираем. Больше нравится на терке, как-то лучше, да? Волокна. Раз, раз, раз. Собака тут смотрит, ждет, вдруг что перепадет. Да, Ричик? Да, Ричик такой хитрый. Говорит, дайте мне кусочек налимчика. Я тоже с вами был на рыбалке. Чесночок мы перемешали со сметанкой и также тоненько, равномерненько мы сейчас намажем. Что-то я хотел, думал, сметанки поменьше. Может быть, петлюшечку совсем, там буквально грамм 30-40. Плеснее в чуташку. Все на глаз. Ну все, минут 7-8 тушим и снимаем.